Начинаем тренировку. Пьем креатин от Сибирского здоровья Олега Чена. Кстати, многие уже спрашивают, где взять. Желательно через нашу ссылку. Либо у Славика на канале, либо у меня в Инстаграме, там сверху будет. Давай, бей лайк и начинаем тренировку. Сегодня большая тренировка. Сборной страны мы тренируемся. Вот идет тренировка сборной страны. Антоний Савчук, Ваник Макартумян, Егор Климонов. Вот зал в Чехове здесь добавили помосты. Еще зал такой же сзади нас, еще один. Чингиз Магушков, самый большой его наш тангиз, 200 кг почти весит. Вот на сбор в Чехове. Все наши лидирующие спортсмены здесь. Сергей Петров. Не все, но многие. Вот Купцов. Акулов там тренирует. Сегодня хотим сделать рывок с плинтов в лесенку. Обычно мы делаем лесенку на физических только упражнениях, на развитие физики, приседания, тяги. А сегодня и на классике хотим попробовать сделать с 1 до 5 пройтись. Очень интересная работа Асламбек Эдиев, Чингиз Магушков. Чингиз всегда нас радует своими интересными подходами на чемпионатах России, на соревнованиях. На него всегда интересно посмотреть. Кстати, он является рекордсменом России, 213 кг в рывке. Интересно, у него система подготовки. Он занимался раньше борьбой и при собственном весе около 200 кг сохраняет довольно серьезную гибкость, подвижность и скоростные качества. Да, Чингиз? Всем привет. Сегодня решили сделать лесенку в рывке с плинтов. Мы нет-нет будем ее использовать, особенно в тренировочном периоде. Я поставлю. Чуть порезче руками срабатывай. Вырабатывают локти в подрыве. Накрыв удерживай. Чуть-чуть на носок ушел, по-моему, в старте. Плинты прыгают, приходится их поправлять спортсмену, чтобы у него силы лишние не выходили. Держи на. И пятый раз. Я поправлю, нормально. То есть он эту лесенку сейчас сделал 1, 2, потом 5, и потом 3 или 4 доделает, как уже считает нужным. Так легче психологически. Мне понравился раз. Держишь сегодня на крыше. Артем Акулов, наш чемпион мира. Очень качественный. Работа у него идет с Сиразитином и Римом Ахмедовичем. Что-то хочет от него Феликс Халибеков. Егор Климонов, победитель Всемирной универсиады в Тайбэе этого года. Очень интересная работа у них идет с Михаилом Хомяковым, моим соперником, бывшим мастером спорта международного класса, который...
ничего, ничего, это уже подход, наверное, четвертый. Еще один тяжик, Антоний Савчук с Краснодара. Что только не выиграл по юношам, юниорам и молодежи. Вот идет работа так вот. Слева старший тренер сборной, главный тренер сборной России Олег Глебович Писаревский. Саик, ускоряй к подрыву, ускоряй. Не должна она штанга ровно двигаться с одинаковой скоростью. Вот. Дима Смирнов, участник Олимпийских игр, очень интересный тренер. Он страхует своего спортсмена, Сашу Кибанова. Вон спортсмен собирается делать тягу. Ускоряй. Угол не меняй. Голову не задирай в подрыве, Слайк. Вот мы сделали рывок, потом сделали тягу рывковую с помоста. И сейчас утяжеляем тягу вот такой тягой с лесенки. Тяга с ребра ее еще называют. На крыве держи. Да-да-да-да-да-да-да. Руками заводи ее. Он подорвал как-то позорно. Вот Тёма Акулов готовится еще пару раз мир выиграть. Саик, ты знаешь, я сегодня хотел вот еще ответить на вопрос. Мне часто задают штангетки. Какие штангетки, как вы думаете? А вот твое мнение интересно, что-то зависит от штангеток или можно в туфлях? То есть штангетки это чисто эстетическое такое, скажем так. Как ты думаешь? Ну, я считаю, что должны быть штангетки. Важно, чтобы они были. А какая фирма, не важно. Ну, мне тоже так кажется, потому что в туфлях выступая, поднимать как дураку-то не будешь, да? Штангетки там саба, они стоят там, ну, там, копейки, грубо говоря. В общем, любые, какие вам попадутся, можно любые эти. Но я еще... Все понятно. Вот, а там на заднем фоне Егор Климонов готовится к подходу, там, 250, наверное. Подойдем поближе. Так что я тоже считаю, что в принципе можно тренироваться и вообще в туфлях, но это не эстетично, и штангетки там недорогих фирм стоят не так дорого. А в принципе какие-то штангетки, это без разницы. Начинающему спортсмену, как правило, эти вопросы задают ребята, которые там рвут, толкают до 100 килограммов. То есть если у вас есть какие-то возможные деньги, то потратьте лучше на грамотного онлайн-тренера, ну или куда-то больше используем, купите себе БЦА или спортивного питания. О, Егор Климонов, серьезный вес, 270 килограммов. Хотели бы добавить, просто очень часто в комментариях спрашивают нас, какие препараты вы принимаете, на чем готовитесь. Это очень такой распространенный вопрос. Ну, вот хотел бы сказать, что мы готовимся только на тех препаратах, которые выдает нам ФМБА. Плюс с аптеки мы добавляем, ну, если начать с аптечных препаратов, это рибоксин, либо цитофловин, это один и тот же препарат, там с чуть-чуть с добавлением. Панангин или аспаркам, тоже один и тот же препарат разных фирм. Аскорбинку добавляем с глюкозой, калиоратат, полиовитамины. Но полиовитамины нам тоже выдает ФМБА. Из БАДов это в первую очередь хондроитин, глюкозамин, который профилактическим обладает действием для связочного суставного аппарата.
Вот. Также мы употребляем протеин. Вот нам выдали двух видов. Протеин такой с большим содержанием, именно такой сывороточный протеин, и гейнер, так как мы набираем массу. Аминокислоты разные, то есть, вот. И еще хотели бы сказать, вот нам недавно наш друг по сборной Олег Чен, сейчас выпускает совместно с Сибирским здоровьем вот креатин свой. Мы его пробуем уже в течение месяца, не так дорого стоит, там в районе 530 рублей, по-моему, пачка, 40 порций, это очень хороший. И мы его едим в районе месяца перед каждой тренировкой. И, в принципе, ну, он реально работает. Вот, то есть он работает. Мы быстро восстанавливаемся. Если вы следите за нашим инстаграмом, за нашим ютубом, мы буквально в декабре того года, в конце декабря того года начали подготовку. Там 90 он еле рвал, 95. Сейчас вот уже вчера он 140 лесенку делал с низких плинтов. С 1 до 5 лесенку сделал. Завтра у нас большой подъем на грудь. Также мы хотим 165 сделать лесенку до 6. То есть, ну, до 6 это получается 21 подъем, то есть на 165. И, в принципе, нагрузки сейчас очень большие. И, в принципе, ну, креатин чувствуем, резкость есть. Можете по видео посмотреть, как сосок рвет. В принципе, я лично доволен этим делом. Если кто-то будет покупать, покупайте обязательно через нашу ссылку в описании к видео, либо в ссылку в инстаграме у него на меня на канале. Так что спасибо и Олегу Чену, и Фумба, которая нам помогает со всеми восстановителями. Вот сейчас, в принципе, только вот основываясь на таких восстановителях, креатин, аминокислотные какие-то составляющие, то есть их просто очень много вариаций, и предтренинг, они в предтренировочных, они используются разные комбинации аминокислот, также и отдельно аминокислоты какие-то там, ну, используются спортивным питанием, и просто вот аминокислоты с, вот, в принципе, аптечные препараты, я сказал. Ты, у тебя есть что добавить из каких-то? Так что так. Все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео. Ну и мы сейчас...